السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Азур говорит в своей прошлой пятничной проповеди, я представил вашему вниманию одну цитату из речи Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в которой он изрек: если человек, очистив себя от всех предрассудков и упрямства, обратится ко Всевышнему Аллаху в поисках истины, то не пройдет и 40 дней, как Всевышний Аллах раскроет для него истину. То есть очищение себя от предрассудков и упрямства является необходимым условием. Поскольку в другом месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, что Всевышний Аллах не наставляет тех, кто не очищает себя от злобы и предрассудков, и также тех, кто не имеет добрых мыслей. Они утверждают о том, что Всевышний Аллах не наставляет их посредством сновидений. Но Всевышний Аллах наставляет только тех, кто очищает себя. Во времена обетованного Мессии, мир ему, многие люди обрели наставление посредством сновидений. На одном из собраний напомнили о том, что один человек из Лахора написал в своем письме, что во сне ему было сказано, что обетованный Мессия, мир ему, является истинным. Этот человек был учеником одного дервиша. Этот дервиш жил возле храма Дата Ганджбахша. Он рассказал свой сон этому дервишу. Этот дервиш сказал: «Развитие господина Мирзы в течение этого времени является доводом его истинности». В этот момент там находился еще один дервиш. Он сказал: «Дайте и мне возможность узнать об этом». На следующий день этот второй дервиш сказал первому дервишу: «Бог сообщил мне, что господин Мирза является моим вождем». Первый дервиш сказал: «Вполне возможно, что Бог сказал, что он является не только вашим вождем, но и нашим вождем». Услышав об этом, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «В эти дни многие люди увидели сны. Я думаю, что Всевышний Аллах пожелал сообщить людям обо мне посредством снов».
ангелы Всевышнего Аллаха распространяются по всему миру, подобно саранче. Они внушают сердцам людей мысль о принятии меня. Затем напомнили о случае, произошедшем еще с одним человеком. Он намеревался написать книгу с целью опровергнуть хазрата обетованного Мессии мир ему. Во сне ему приснился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который изрек: «Ты желаешь опровергнуть обетованного Мессию, однако это неправильно, поскольку господин Мирза является истинным». Таким образом, Всевышний Аллах иногда наставляет счастливых людей, оберегая их от неверного пути. Этот человек был нашим противником, и он хотел опровергнуть хазрата обетованного Мессии мир ему. Однако Всевышнему Аллаху понравилась его некая добродетель, и поэтому он удержал его от этого. Эта вереница сновидений началась еще во времена хазрата обетованного Мессии мир ему, и она продолжается до наших дней. Всевышний Аллах наставляет людей, обладающих доброй природой. Когда они простираются ниц, Всевышний Аллах наставляет их. Иногда случается даже так, что они не знают о приходе хазрата обетованного Мессии мир ему, и все равно Всевышний Аллах наставляет их. Всевышний Аллах наставляет и тех, кто знает о приходе хазрата обетованного Мессии мир ему, и обращается к Богу. Наш миссионер из Мали написал об одном человеке, который получил наставление от Всевышнего Аллаха. Он пишет: «Господин Мустафа Диалу увидел себя во сне, находящимся в раю в одном из прекрасных домов. С одной стороны этого дома протекал ручей. В отражении этого ручья ему была показана фотография одного святого человека в тюрбане. Спустя некоторое время он отправился к дому своего друга, и там он увидел фотографию этого человека. Он спросил своего друга, чья это фотография, друг ответил, что это фотография имама Махди. Затем он рассказал ему свой сон и выразил желание как можно больше узнать об Ахмадияте. Его друг сказал ему, что сегодня у них состоится собрание, и он может задать любой вопрос их миссионеру. Так он принял участие в этом собрании, и после этого он выразил свое желание стать мусульманином Ахмади. Кроме этого, он сказал, что эту истину должны также узнать его братья и сестры. Он сказал: «Сегодня я расскажу им об этом, а завтра мы все принесем обет верности, иншаллах». На следующий день утром на Сухуре он рассказал им свой сон, и он также рассказал им и об Ахмадияте. Он предложил им принести обет верности. Однако все его братья и сестры стали упрекать его. Они сказали ему, что не желает менять свою религию. Он ответил им, что он обязательно принесет обет верности. Затем, после утренней молитвы, он лег спать, и ему приснился хазрат обетованный Мессия мир ему, который изрек: «Прочитай аяты с 30 по 40 суры Аль-Хиджр». Утром он отправился в дом миссионера и рассказал миссионеру о поведении своих братьев и сестер. Кроме этого, он попросил его растолковать свой сон. Миссионер показал ему эти аяты из священного Корана, в которых упоминалось о сотворении Адама, о повиновении ангелов и об отрицании Иблиса. Ему сказали, что случай, произошедший с ним утром, говорит о том, что Всевышний Аллах наставляет его, поскольку, принеся обет верности, он избрал путь ангелов, а не путь Иблиса. После этого он тут же принес свой обет верности и вошел в Ахмадият. На сегодня он является одним из активных членов нашей общины. Один новообращенный мусульман Ахмади написал о своем событии принесения обета верности. Он живет в городе Гралао, Кот-д'Ивуар. Он рассказал, что во сне он шел в мечеть для того, чтобы совершить молитву.
Придя в мечеть, он увидел, что эта мечеть наполнена молящимися людьми. Он посетил свой коврик, чтобы совершить молитву, и вдруг перед ним появился какой-то человек. Он спросил его, к какой общине он относится, при этом он отнял у него коврик. Он ответил этому человеку, что является мусульманином Ахмади. Этот человек сказал ему, чтобы он совершал молитву в Ахмадийской мечети. Этот сон принес ему удовлетворение и дал обет верности. Одна женщина по имени Джамиля рассказала о своем событии принятия Ахмадията. Она рассказала, что задолго до принятия Ахмадията она жила в Саудовской Аравии. Там она склонилась к суфизму, и ей очень понравились книги Хазрата Абдуль-Кадира Джилани. Она встала на его путь уединения и обрела духовность и покой. Способ ее пути уединения был следующим. Она 100 раз читала суру Аль-Фатиха, Аят-Уль-Курси и суру Аль-Ихлас. После этого она 1000 раз читала Дуруд-Шариф и Истихфар. Это и есть способ поклонения суфийских течений. В дни своих уединений в одну из ночей она увидела сон. Во сне она увидела, что с небес была ниспослана звезда, подобная луне. Эта звезда передвигалась по земле. Затем эта звезда через крышу вошла в их дом. Она очень удивилась, испугалась и проснулась. Спустя несколько дней она увидела еще один сон. Она увидела ниспослание 5 звезд, которые передвигались по земле одна за другой. Эти звезды были меньше первой звезды. Толкование этого сна следующее. Первой звездой был Хазрат, обетованный Мессией мир ему. Остальные 5 звезд были его халифами. Затем она узнала об Ахмадияте посредством МТИ. Она призналась, что любовь к Хазрату, обетованному Мессией мир ему, была создана в ней посредством МТИ. Она стала убеждена в том, что именно он является имамом времени. Однажды, посредством передачи Хивар-уль-Мубашир, прямой разговор, она узнала о том, что следует совершить молитву истихара для того, чтобы Всевышний Аллах раскрыл ей истинность имама Махди. Она совершила 2 раката молитвы, как ей объяснили. И в эту же ночь она увидела сон. Во сне она находилась в окружении толпы людей в священной Мекке. Все люди стояли на цыпочках и вытягивали шеи, чтобы увидеть какого-то человека. В этот момент раздался голос: «О, люди, ваш имам уже прибыл! О, люди, ваш имам Махди уже прибыл!» Она тоже стала смотреть в ту же сторону, и в этот момент на возвышении появился имам Махди. Его лицо сияло подобно луне 14-й ночи. Она увидела печаль и грусть в его глазах. Когда она внимательно посмотрела на его благословенное лицо, она узнала в нем то лицо, которое увидела на МТА. Увидев это, из ее глаз полились слезы, и она зарыдала. Когда она видела этот сон, ее муж находился рядом с ней и еще не спал. Он разбудил ее и спросил, почему она плакала с такой болью и печалью. Проснувшись, она увидела, что ее глаза были наполнены слезами. После этого сна она убедилась в том, что Мирза Гулам Ахмад является тем самым имамом Махди. И она решила принести свой обет верности. Она живет в Йемене. Сегодняшнее положение этой страны всем известно. Соседняя Саудовская Аравия закрыла все пути, как морские, так и воздушные. Власти этой страны чинят всевозможные препятствия, чтобы никакая помощь до них не дошла. Там умирают невинные дети, женщины, старики. Они умирают по причине недостатка пищи и медицинской помощи. Мусульмане убивают мусульман. Причина этого заключается в том, что они не приняли имама времени. Пусть Всевышний Аллах изменит их положение. Пусть будет так, чтобы они жили свободно и мирно. Пусть Всевышний Аллах окажет им свою милость.
Некоторые люди, обладающие добродетельной природой, считают Ахмадият истинным. Однако они не принимают Ахмадият по каким-то причинам. Сейчас я представлю вашему вниманию пример того, как Всевышний Аллах приводит таких людей в Ахмадият. Один из наших местных миссионеров из района Каив Мали пишет: «Умер один из друзей господина Абдул-Хая Джаби. Он умер в один из последних 10 дней месяца Рамазан. Однажды он увидел сон, в котором он путешествовал на автобусе вместе со своим другом. Его покойный друг сказал им, что община, в которую он хотел войти, является истиной. И он тоже изъявил желание войти в нее. Господин Абдул-Хай Джаби регулярно слушал наше радио. Он принял Ахмадият в сердце, но не приносил обета верности. Увидев этот сон, он позвонил нашему миссионеру. Он сказал ему, что живет далеко от города и слушает проповеди по нашему радио. Он сказал, что хочет принести обет верности и что с сегодняшнего дня уже является мусульманином Ахмади. Из Египта пишет наш друг по имени Махмуд Гариб. Он пишет, что в течение 9 лет он слышит во сне грозный голос. Он написал, что этот голос постоянно звучит в его ушах. Он не понимал причины этого и испытывал постоянный страх. В 2010 году он узнал о телеканале МТА на арабском языке. Посредством этого телеканала он услышал цитаты из писаний Хазрата Обетованного Мессии Мирому, прочитанные господином Шарифом Оде и господином Асадом Мусой Оде. Услышав их голос, он понял, что это тот же голос, который он слышал в течение этих 9 лет. После этого он стал с любовью смотреть передачи МТА. Большое влияние на него оказали поэмы Хазрата Обетованного Мессии Мирому. Когда он думал о благословенном лице посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед ним всегда всплывало благословенное лицо Хазрата Обетованного Мессии Мирому. В один из дней он смотрел одну программу на МТА, на которой показывали фотографию Хазрата Обетованного Мессии Мирому. Обратившись к его фотографии, он сказал: «Скажите, поклявшись Богом, истинны вы или нет?» Вечером, вернувшись с работы, он включил свой телевизор на канале МТА. На этом канале прозвучали следующие слова Хазрата Обетованного Мессии Мирому: «О мой народ, я пришел от Всевышнего Аллаха, я пришел от Всевышнего Аллаха, я пришел от Всевышнего Аллаха, клянусь Всевышним Аллахом, я пришел от Всевышнего Аллаха». Услышав это, он упал на колени и невольно стал целовать экран телевизора. Он воскликнул: «Мир вам! Мир вам!» Таким образом, в один миг Ахмадият стал для него всем. Затем он принес обет верности. Из Иордании пишет наш друг господин Джамиль Заран. Он пишет: «В 1992 году, когда весь исламский мир подвергся разным бедствиям и трудностям, я днем и ночью думал о том, что происходит с наилучшим народом. Я был удивлен тем, что, несмотря на то, что это наилучший народ, тем не менее он пребывает в разногласиях и деградирует. Люди этого народа воюют между собой. Внутренний голос говорил ему, что эта религия не такая, какой ее показывают сейчас. Поистине существуют такие вещи, которыми пренебрегает этот народ. Однажды я увидел себя во сне, стоящим в одиночестве у дороги. Эта дорога была асфальтированной, ровной и прямой. Ко мне подъехал автомобиль Mercedes. Впереди сидел человек, который сказал, поверил мне управлять этим автомобилем. Я сел за руль. Моему сердцу была внушена мысль, что я сижу рядом с Хазратом Обетованным Мессией Миром. Я почувствовал страх. Как только автомобиль тронулся, внезапно появились люди с черными лицами. Они стояли по обеим сторонам этой дороги. В их руках были автоматы. И они стали стрелять в нас, но ни одна пуля не попала в нас, и мы в целости и сохранности добрались до места назначения.
Я припарковал автомобиль, и имам Махди, обращаясь ко мне, сказал: «Откройте багажник». Я открыл багажник и увидел очень красивого мальчика, лежащего в красивом деревянном сундуке. Этот мальчик смотрел на меня. Проснувшись, я был очень рад, думая, что, наверное, это одно из посланий Всевышнего Аллаха ко мне. Я растолковал этот сон так, что новый автомобиль является новым путем моей жизни. Люди с черными лицами – это поступки и слова врагов на этом пути, которые бессильны оказать свое влияние на меня. Ценные вещи всегда хранятся в сундуке. Пятилетний мальчик означает, что многие вещи исполнятся в течение 5 лет. Мое толкование исполнилось следующим образом. Мое знакомство с Ахмадиатом – это мой новый жизненный путь. Я вошел в Ахмадиат в благословенный период 5-го халифа обетованного Мессии. Я был единственным мусульманином Ахмади в своей деревне. Когда я объявил о приходе имама Махди, все и чужие близкие стали моими врагами. Они вынесли фетву о моем неверии в мечети. Я обратился за помощью ко Всевышнему Аллаху, чтобы он дал мне друзей на этом пути. Всевышний Аллах даровал мне добрых друзей, которых я не знал раньше. Они поистине стали близкими и верными мне людьми. Еще один наш друг из Сирии, ныне проживающий в Канаде, по имени Мухаммад Абдулла, написал, что он работал продавцом и познакомился с сыном одного из своих клиентов. Этот юноша был мусульманином Ахмади. Он пишет: «Этот юноша и познакомил меня с Ахмадиатом. Он разъяснил мне основные убеждения и понятия Ахмадиата и подарил мне книгу «Философия исламских учений» в переводе на арабский язык. Эта книга оказала на меня большое влияние. Мне очень понравились разумные аргументы из этой книги. Затем в течение года я прочитал и другие книги общины и стал смотреть МТА. После глубокого изучения и обретения убежденности в истинности Ахмадиата, в своем сердце я решил стать мусульманином Ахмади. Однако я не считал свое внутреннее состояние таковым, чтобы войти в эту святую общину, поскольку я не знал достоинства этих путей. Я попросил своего друга организовать встречу со своими друзьями-мусульманами Ахмади, и мой друг организовал в своем доме встречу с другими мусульманинами Ахмади, и во время этой встречи при разговоре с ними я ощутил духовный подъем. Я словно утолил свою духовную жажду. Я был убежден в том, что Всевышний Аллах не оставит меня без помощи и обязательно наставит меня. И с такими мыслями я стал совершать молитву истихара. Затем я уехал по делам в Дамаск, а моя супруга осталась в Халибе с другими членами семьи. В те дни, когда я совершал молитву истихара, я сказал своей супруге, что если она увидит какой-то сон, чтобы она обязательно мне его рассказала. И спустя несколько дней наступила та ночь, которая стала для меня ночью предопределения, и в эту ночь я увидел великолепный сон. Мне приснился один из моих набородительных родственников. Он вручил мне сложенный пополам лист бумаги и сказал: «Это от хазрата посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним». Я с нетерпением раскрыл этот лист, и на нем было написано: «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Когда я проснулся, я был очень рад, и мой язык произносил слова следующего аята: «Входите в них с миром, будучи в безопасности». И это было явное послание для меня, чтобы я вошел в общину. В приветствиях святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, содержался намек на то, чтобы я передал салам от него, хазрату обетованному Мессии и Махди мир ему. Одним словом, я был убежден в том, что это был ответ на мою молитву истихара. И впоследствии я принес обет верности.
Еще одна женщина из Сирии рассказала о событии своего принятия Ахмадията. Она написала: «До того, как я узнала об Ахмадияте, я вместе со своей сестрой вступила в другую общину. Однако, войдя в эту общину, я узнала, что она создала свой собственный шариат. Я с рыданиями стала возносить мольбу Всевышнему Богу, чтобы он указал мне истинную религию и общину, которой он оказывает свою помощь и поддержку. Я возносила эти мольбы в течение многих дней, и однажды я почувствовала, что на меня нисходит какой-то свет. Ощутив это, я стала еще больше рыдать перед ним, настолько сильно, что у меня началась икота, и, пребывая в таком состоянии, я увидела перед собой какого-то человека, и я подумала, что он пришел для того, чтобы посочувствовать мне, но я не понимала, кто он. И он тоже ничего не говорил. На следующий день, рыдая перед Аллахом, я снова ощутила такое же состояние, и у меня началась икота, и я снова увидела того же самого человека. И на третий день снова случилось то же самое, и, обратившись к Аллаху, я громким голосом воззвала: «Скажите мне, кто этот сострадательный человек, и почему он появляется снова и снова?» И спустя некоторое время я получила ответ. Случилось так, что вместе с моей сестрой мы сидели у своей тети и разговаривали о приходе Хазрата Абитаманова Мессии мир ему, и говорили о том, что в настоящую эпоху о его приходе будет объявлено по телевизору. И узнав об этом, люди отправятся к нему, чтобы уверовать в него. Однако наши богословы сказали, что смотреть телевидение – это харам. Хазру поясняет: в некоторых районах арабских стран богословы приняли фетвы о запрете телевидения. Затем мы задавали друг другу вопросы о том, как же в таком случае мы узнаем о его приходе. И пойдя наперекор фетве богословов, мы решили смотреть телевидение. И однажды я увидела сон, который полностью изменил меня. Во сне я находилась в большом поле, и туда приехал большой автомобиль со спутниковой тарелкой на крыше и остановился в середине этого поля. И вышедшие из него люди стали устанавливать какое-то оборудование на земле. Один из них был одет в арабскую одежду, и его лицо сияло. Этот человек из середины поля подошел ко мне и спросил: «Сестра, чем вы здесь занимаетесь?» И вместо того, чтобы ответить ему, я спросила его: «А что вы здесь делаете?» Он ответил: «Эти люди хотят организовать трансляцию нового телевизионного канала. Ты будешь смотреть его?» Я ответил ему: «Да, я обязательно буду его смотреть». И в следующем году я купила телевизор и все необходимое оборудование для приема спутникового телевидения. И, переключая каналы, я почувствовала, что один канал отличается от всех других каналов. И мне показалось, что этот канал относится к какой-то другой эпохе, и по этой причине я остановилась на нем и захотела посмотреть его. Это был канал MTA. И в это время на нем транслировалась программа «Хиваруль Мубашир» – «Прямой разговор». В то время, когда я смотрела этот канал, я внимательно посмотрела на ведущего этой программы, и мне показалось, что я где-то видела этого человека. Я вспомнила, что я видела его во сне. И это тот самый человек, которого я видела во сне, что он занимался организацией трансляции нового канала. И я дала ему обещание, что я буду смотреть этот телеканал. И согласно своему обещанию, я стала смотреть этот телеканал, и мое внимание стало полностью прикованным к нему. Однажды, как обычно, я смотрела одну программу этого канала, и во время нее были прочитаны слова обетованного Мессии и имама Махди мир ему. При этом на экране показали его фотографию, а под фотографией его изречение. Услышав его слова, я стала смотреть с еще большим интересом. Первого же его изречения было достаточно для того, чтобы полностью изменить меня. Оно гласило: «Клянусь Богом, я пришел от Бога. Я не измыслил ничего от себя. Воистину, измышляющий не достигает успеха». Услышав эти слова, я невольно воскликнула: эти слова принадлежат искреннему человеку. И этот человек правдив в своих притязаниях. И это он является обетованным Мессией и имамом Махди мир ему. Затем на экране еще раз был показан его портрет, и когда я увидела его, я окаменела,
потому что это был тот самый человек, которого я снова и снова видела в своих снах, когда я страданиями молилась перед Богом и просила Его показать мне истинную религию и общину. И мне был показан этот человек, проявлявший ко мне сострадание. И увидев его фотографию на экране, я вспомнила свои сны и поняла их толкование. И Всевышний Аллах указал мне на то, что община этого человека обладает Божьей помощью и поддержкой, и эта община исповедует истинную религию. И с рыданиями, обратившись к этому портрету, я сказала: «Сегодня только ты защищаешь ислам и отражаешь нападки на него христиан, и ты же являешься истинным мессией Махди Мирому, и я признаю тебя и приношу тебе обет верности». Хотя в то время я не знала, что принесение ему обета верности, согласно повелению святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, является обязательным. Я рассказала многим людям об этом телеканале и общине. Но многие не обратили на это внимания, однако моя сестра и моя тетя начали смотреть МТА, и они тоже решили принести обет верности. А позже моя мама, брат и еще две сестры тоже принесли обет верности обетованному Мессии и имаму Махди, мир ему. Имя этой женщины – Гани Аль-Иджан. Затем один наш друг по имени Саид Рухая из Египта пишет: «За несколько дней до знакомства с Ахмадиятом я увидел сон. Во сне я находился в открытом поле. В поле стоял очень красивый шатер, и возле этого шатра находилось много людей, которые защищали его. Один из этих охранников, обратившись ко мне, спросил: „Как вы сюда попали?“ Я ответил ему: „Я не знаю, но скажите мне, кто находится в этом шатре?“ Этот охранник сказал: „В этом шатре находится хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним“. Услышав это, я очень обрадовался, и вместе с этим меня охватил страх, ибо я не понимал, как я смог попасть туда, где находился посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И в это время я услышал очень красивый и мягкий голос посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, который сказал мне: „Ты являешься тем, кто уважает посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, но почему ты оставил Шиму? Готовьтесь к встрече с Шимой“. И в это время открылась дверь шатра, и из нее вышел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, укутанный в одежды голубого цвета, подобного цвету небу. И навстречу ему шла девочка по имени Шима в школьной форме. Все охранники стояли в два ряда, встречая посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и эту девочку. В то время я не верил в сновидение, и эта девочка по имени Шима подтверждала мои мысли о том, что это просто бессвязные сны. Однако спустя некоторое время я узнал, что эта девочка снилась мне для того, чтобы убедить меня в истинности сновидений. Одним словом, я не обратил внимания на этот сон и никому о нем не рассказывал. Я был убежден в том, что этот сон, в котором мне снилась эта девочка, это какой-то бессмысленный сон. Однако спустя некоторое время я увидел еще один сон, подобно первому сну. Мне приснился какой-то человек с пшеничным цветом кожи. Я спросил, кто это. Мне было сказано, что это посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. А спустя некоторое время он умер, и его похоронили. И затем я увидел амбар, наполненный серебряными монетами, и люди, набирая эти монеты ведрами, высыпают их на его могилу. Я подумал, что это еще один бессмысленный сон, и я не обратил на него внимания. Тем не менее, эти сны заставили меня подумать об одной вещи. В обоих снах я видел посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И в этих двух снах он имел разную внешность. Я подумал, что его внешность должна быть одинаковой. Но почему он имел две разных внешности? Я работал в книжном магазине, и спустя несколько дней я протирал пыль с книги и расставлял по порядку старые журналы и газеты. И в одной газете я увидел фотографию девочки, и она была похожа на девочку Шиму, которую я видел во сне.
И поскольку я неграмотный человек, то я спросил у своих знакомых об этой девочке. Они рассказали мне, что эта девочка погибла в террористическом акте. Я не знал раньше об этом событии. И, услышав об этом, я пришел к выводу, что мой первый сон был истинным. И таким образом, эта девочка привела меня к пониманию того, что сны бывают истинными. И после этого я стал убежден в том, что и второй мой сон будет истинным. Но в таком случае, почему внешность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, отличалась от его внешности в первом сне? Спустя несколько лет я переключал телеканалы и попал на канал MTA. В это время по нему транслировалась программа «Хивар аль-Мубашир» – «Прямой разговор». И на ней шла дискуссия на тему «Смерть Мессии». Несмотря на то, что я был неграмотным, я внимательно слушал все аргументы. Во время этой программы Шариф Оде Сахиб объявил о перерыве и сказал, что во время перерыва мы прослушаем одну поэму Хазрата Обетованного Мессии и Махди мир ему. В то время, когда декламировали эту поэму, на экране был показан портрет одного человека. Увидев его, я пришел в изумление, поскольку это был тот самый человек, который был показан мне во втором сне, и о котором было сказано, что он является посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Когда мне открылась эта истина, мы вместе с моей супругой стали смотреть канал MTA, но никому не рассказывали об этом. А через месяц я спросил свою супругу, что ты думаешь об этой общине. Она ответила, что она считает ее истиной. И только после этого я рассказал ей свой сон и сказал ей, что во сне мне было сказано, что он является посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Хазур поясняет, это означает, что он является истинным слугой посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, да пребывает с ним, и самозабвенно любящим его, полностью растворившимся в любви к нему. И если кто-то увидел его во сне вместо посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, то это означает, что его приход является вторым пришествием посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И сам посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал то же самое. Затем он продолжил. Мы смотрели МТА 8 месяцев, но не принесли обета верности. Однажды моя жена сказала мне, ты готов принести обет верности? Я ответил ей, да, я готов. И спустя 2 недели она еще раз меня спросила об этом. Я ей снова ответил, да, я готов. И она сказала мне, теперь, если вы не пойдете и не принесете обет верности, то я сама пойду и сделаю это. После этих решительных слов моей жены мы связались с членами общины, и мы оба принесли обет верности. В некоторых случаях женщины побуждают мужчин к принятию истины, и они становятся причиной их наставления. Наш миссионер из Кот-д'Ивуар, которого зовут господин Баасит, написал, «Однажды из деревни Качалу пришла делегация и попросила прислать к ним проповедника. И на следующий день туда отправилась группа проповедников, и после совершения молитвы Иша они стали проповедовать. Программа по проповедованию продолжалась с 10 часов от вечера до 3 часов ночи. Люди задали много вопросов и получили на них ответы. Среди них были и мусульмане, и христиане, и идолопоклонники». Хазур поясняет, «Некоторые люди считают, что африканцы сразу принимают Ахмадият. Но посмотрите, здесь проповедование продолжалось 5-6 часов, и было задано много вопросов». Затем миссионер написал, «Глава этой деревни тоже находился там, и все это время он слушал. И в итоге 160 человек этой деревни принесли обет верности».
8 часов утра мы пошли домой к главе этой деревни, и вместе с ними было несколько новообращенных. При встрече глава этой деревни рассказал один свой сон, который он увидел в прошлом 2014 году. В этом сне он сидел в своем доме, и туда прилетели два самолета. Один из них улетел обратно, а второй сел на деревья, и глава деревни по лестнице поднялся к нему. Все пассажиры этого самолета были мусульманами, и они дали ему книгу. Спустившись с дерева, он увидел, что эта книга превратилась в золото. После этого начали провозглашать азан, и я проснулся. Я стал спрашивать у многих мусульман толкование этого сна, но никто не дал мне его толкование. Один из них сказал: «Поскольку вы видели золото во сне, то это является плохим знаком. Если вы дадите мне килограмм золота, то с вами ничего не случится. Но поскольку вы не обладаете таким богатством, то дайте мне лучше 290 тысяч франков, и я сделаю так, что у вас все будет хорошо». Другой богослов сказал: «Вам придется заколоть двух козлят и раздать их мясо в качестве милостыни». А наш миссионер дал главе этой деревни следующее толкование: «Два белых самолета – это два белых автомобиля, один из которых не смог доехать до вашей деревни. Наш президент общины хотел приехать сюда, но не смог доехать и вернулся. И только я смог приехать сюда. То, что вы поднимались по лестнице, означает ваше старание по изучению ислама. Вы сидели и до трех утра слушали наше проповедование. А что касается книги, то относительно имама Махди повествуется, что он будет раздавать богатство, то есть духовное богатство. И та литература, которую мы вам дали, тоже является этим богатством». Услышав это толкование, глава деревни очень обрадовался и тут же покаялся, выдал о поклонничестве и стал мусульманином Ахмади. Хазур поясняет: вот таким образом Всевышний Аллах наставляет и идолопоклонников. Госпожа Надия из Франции написала, что ее муж уже является мусульманином Ахмади, однако она еще не принесла обет верности. Она пишет: «Несколько дней назад я увидела видеоролики о том, какими жестокостям подвергается мусульмане Ахмади. Это произвело на меня очень сильное впечатление и заставило меня размышлять об этом. Затем я стала слушать проповеди халифа времени, и постепенно истинное исламское учение оказало на меня влияние. Я начала возносить мольбы: «О Аллах, наставь меня!» В один из дней я увидела во сне, что я нахожусь в библиотеке мечети Мубарак во Франции. Хазур поясняет: мечеть Мубарак – это наша мечеть во Франции. Она продолжает: «Туда пришел мой отец, и он подарил мне священный Коран и дал какой-то документ. После этого сня я приняла Ахмадият. А этот документ означал анкету баята верности. И таким образом я вошла в лоно Ахмадията». Наш друг, господин Ризван из Алжира, пишет: «После знакомства с Ахмадиятом я полностью сконцентрировался на канале MTA. Мои домочадцы пытались удержать меня от этого. Сначала они просто увещевали меня, но затем они строго запретили мне смотреть его. И в этом положении я читал молитву истихара, и однажды ночью мне приснилось, что все пять халифов обетованного Мессии пришли ко мне в дом, и я сижу между ними. Это был очень короткий сон, однако в нем содержалось очень ясное послание. Когда я рассказал свой сон своим домочадцам, они сказали: в этом сне нет ничего необычного, поскольку вы часто думаете об этой общине, поэтому вам и приснился этот сон. Затем я стал размышлять и подумал, может ли так случиться, что я позову Зайда,
а ко мне придет Бакар. Если этого не может случиться, то как может быть, что я призываю Всевышнего Бога наставить меня, а мне является сон от сатаны? Это невозможно. Одним словом, я не поверил словам своих домочадцев, и в 2009 году я принес обет верности. Это были только некоторые события принятия Ахмадията, о которых я рассказал. Подобных событий очень много. Пусть Всевышний Аллах развивает веру и убежденность этих новообращенных и увеличит их преданность и искренность. И пусть Всевышний Аллах увеличит вере и искренности тех, кто уже давно является мусульманами Ахмади. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.